Всем доброе утро. У нас кажется, что нет никакого ветра, но на самом деле это не так. Опять ветер и похолодало. Иди гуляй. Вот я стою, и он стоит. Я пошла, и он пошел. Да? Ты что один не гуляешь? Все собаки одни гуляют. Нет, с тобой я должна ходить вот так вот. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Нас площадь, что ли, помыли? Не могу без тебя, не могу без тебя. Что же это такое? Ой, все, уже четверг. Считай, неделя прошла. И опять все заново. Пошли, Чарли, работать. Что нам еще остается делать? Сегодня будет в меню. Я уже картошку почистила, разрезала кости. У меня кости такие мясные, прям они. Добавила специи. Ой, соль забыла. Соль. Вот. Сейчас все перемешаю. У меня пакета нет, жалко. Знаете, закончилось, ну, для выпечки. Ну, я сделаю пакет из фольги. Вот. И все это в духовку минут на 40, наверное. Так вот. Хотя еда у меня сегодня... Есть, друзья. Сегодня приходила сестра краситься. Вот, она сестра мужа. Не моя, у меня здесь нет родственников. Вот, покрасилась и принесла нам покушать. Если честно, она сказала, но я уже не помню, что там она принесла. Вот, ну, естественно, и денежку заплатила за покраску, все как надо. У меня работа работы, как говорится. Родственники родственниками, но работа есть работа, на которой нужно платить. А она мне еще там принесла эти черемою. У них они выращивают черемою. Я ей рассказала, что я купила в прошлый раз черемою 3 штуки и 2 из них выбросила. Она меня наругала, сказала, зачем ты покупаешь, если у нас есть. Я говорю, ну, чтобы никого не это. Так, тут просто 2 куска жира таких, я их вылавливаю. А вот это, наверное. Чтобы никого не напрягать, знаете, лучше, как говорится, у меня я лучше куплю, чем кого-то буду напрягать. Так, сейчас руки помоем. Или что вот это там. Тем более, они, говорю, дешевые были. Ну, блин, дешевые, вот тебе и пожалуйста, дешевые. Выбросила все. Так, как это все накрыть. Надо пакеты все-таки купить для духовки. Очень удобно в них и рыбу запекать, и все. Я сегодня в магазин не ездила, хотя я машину заправляла, но это же тоже как покупки, да? Бензина совсем нету. Вот. Заправила. И у нас на понедельник кое-что намечается. Так что подписывайтесь. Кто не подписан, ставьте лайки. Пишите спасибо вам за большое за комментарии. Все читаю. Вот такой у меня пакет получился. И он сейчас отправится в духовку. Минут за 10 до окончания открою этот пакет, чтобы все поджарилось. И сделаю пока салат из капусты.
Это, походу, суп фасолевый принесла сестра. Такую баклажечку. И черемой. Они не крупные, но очень вкусные. Потому что самый вкусный черемой — это маленький черемой. Так что салатик бадью наделала вкусный, зараза. Сейчас буду ждать, когда картошечка подделается. А это мы на завтра приготовим. Беру в холодильник. Смотрю, если не выброшу, ну вы поняли. Блин, кушать хочется, когда скорее бы уже приготовилась. Еда готова. Приступаем к трапезе. А это муж притащил от другой сестры. И он в гостях у другой сестры был. Она прислала вот такое мясо какое-то. Помидоры, которые у него пролились. И вот такие вот печеньки. Не печеньки, они сами их делали. Сейчас сожру одни. Очень вкусные. Сестра делает вот эти вот. Не знаю даже, как их назвать-то. Пончики, не пончики. А, это, наверное, купленные. Esos blancos son comprados, ¿no? По-моему, да. Куплены. Вот эти лучше. Смотрите, сколько снега навалило. Вся гора. Буквально вчера не было снега, а сегодня вон сколько навалило. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красавица? Ну, скажем так, нормально. Ты кушаешь, травку нашел, да? Травку нашел, какая ему нравится, маленький. Кушай, кушай, лопай. У тебя полдник, да? Шпинатику можешь похавать тоже. На халяву-то что? На халяву-то и уксус сладкий. Но шпинат ему, походу, не нравится. Ему только вот травка нравится. В общем, мы гуляем. Ветер, холодно. Такая вот у нас погода пасмурная. Даже дождик моросил. Ну ничего, нормально. Ветер, по-моему, даже чуть потише, чем вчера. Я думала, машина едет. Вчера пока шла тут, наверное, как трасса была. Не знаю, машина за машиной. А у меня Чарли же вон без привязи. Но он знает, когда машина, он ко мне бежит и вот так вот встает на колено и ждет. И вчера замучился. Я сегодня, кстати, не накрашенная, страшная, накрашенная. Вот. Ну, я так подумала, что на работе будет спокойно. Магазин я не собираюсь. У меня все есть. Вот опять машина едет. Вот смотрите, видите, как видит машину. И убегает. Чарли, я хотела показать, какой ты умный. А ты куда-то убежал. В грязь не надо. Не надо. Ну, пописи. Вот тебе показал. Так всегда. Только хочешь выпендриться. А не получается. В общем, сумка уже собрана. Сегодня у меня два класса. Буду прям заниматься. Ух, я же сегодня этот пончик сожрала, который сестра прислала. Вкусный, зараза. Раньше я их не любила почему-то. А сейчас прям понравилось. Ой, вот буду скакать, как лошадь. Там вот девочка русская ходит, тоже с двумя собаками гуляет. Я обычно вот с той стороны всегда шла сюда. И вот где трактор стоит, мы с ней встречались. И она мне постоянно говорила: вы уже закончили? А я говорю, у меня все еще только начинается. Ну вот, вот, видите? Вот, теперь показала, какой он умный. Теперь показала, вот так всегда стоит. Ждет, когда машина уедет. Ясно, мама. Вот, умный все-таки у меня пес. Самый умный. Как говорится, удалось выпендриться. Тут что-то поливают. Вся дорога мокрая. Ладно, побежали мы. В общем, у меня сегодня случился форс-мажор. Пошла гулять с Чарли, нормально так погуляла. Правда, ветер сильный, холодный, ледяной был. Мы еще с подругой пошутили, но она в Гранаде живет. Вот я в Инстаграм выставила сторис, что типа у нас похолодало, а что в горах снег выпал, и что у нас всего лишь, сколько было, 16 градусов. Она мне пишет, что у них 8, я говорю, да, вот только у нас ветер, как будто и такое ощущение, что минус 8. А в Гранаде
Ветров почти не бывает, ну, редко бывает. Вот, пришла домой, пошла в спортзал на занятия. Вот, у меня сегодня два класса должно было быть. И на первом классе я почти, ну, это силовые упражнения, там со штангой, с гантелями. Вот, и за 15 минут до того, как они закончились, вот, чувствую, что у меня прям, знаете, как по-испански говорят, бахон такой, что у меня прям силы просто из меня, вот чувствую, как они из меня выходят, в глазах потемнело, в ушах все вот так вот заложило, и вот, знаете, прям как будто все, сил у меня нету, я с этой штангой туда-сюда, рук вообще не чувствую. Вот, думаю, блин, ну ладно, осталось всего немножко, да занимаюсь кое-как, там не со всеми силами, как говорится, водички попью, думаю, вдруг полегче станет, нифига, ну то есть куда легче, правда, сил-то я вообще себя не ощущала, как будто я из меня вышла. Вот, и такая, думаю, блин, ну ладно, пройдет, наверное, сейчас вот это вот состояние пройдет, как здесь по-испански это марео, ну то есть, ну, плохо чувствуешь. Вот, и думаю, сейчас все пройдет. Вот, закончилось занятие. И второе, ну, на первом занятии еще как-то там силовые упражнения. А на втором занятии у нас там бегаешь, прыгаешь, скачешь, в общем, как лошадь. Ну, я говорю, сейчас попрыгаю, побегаю, ну, в полсилы. Началось занятие. Я кое-как начала бегать, прыгать. И думаю, ой, нет, сейчас я, говорю, тут рухну. И будет потом обо мне весь спортзал говорит всю их трудовую деятельность, как и русская свалилась на занятие и лежала, блин, вообще, говорю, устрою тут себе это память на всю жизнь, нафиг надо. И, в общем, взяла воду и пошла я из этого зала, потому что легче не становилось, в общем, слабость такая, вот, девушка такая... Ну, там тренеров много у нас. Она видит, что я вышла из занятия, да, когда еще они были в зале, говорят, ой, ты типа с тобой все нормально? Я говорю, да, говорю, у нас женские дела, я лучше домой пойду. Она, а, ну понятно, иди, иди. Вот, и вот я думаю, что это может быть из-за наших женских дел такой вот прям, не то что плохо или как-то там, знаете, просто вот прям силы из меня просто взяли и вышли. Я кое-как дошла домой, вот. Главное, когда идешь, вроде бы ничего, нормально. Только ты останавливаешься, и сразу глаза закрываются, и хочется вообще спать. Прям вообще сил никаких нету. Я пришла бегом домой, завалилась на кровать. Ну, с куртку только сняла в одежде, в этих моих трениках. И полежала, наверное, минут 20. Вот так вот, с закрытыми глазами. И немного вроде бы как очухалась, но все равно сил как-то нету. Не знаю, что за... Наверное, наши женские дела, что еще? Или погода еще такая дурацкая, то жарко, то холодно. В общем, так обидно, я так хотела попрыгать, побегать, как лошадь казанская, да нет, не получилось. Я еще этот пончик сожрала, я его хотела растрясти, только с этой и надеждой я его жрала, что я думаю, я пойду в спортзал, и весь там он у меня из меня и уйдет. Так нет, жигат, остался во мне и будет теперь сидеть. Завтра даже на весы не буду вставать, нечего, как говорится, себя это огорчать. В общем, вот так вот. Вообще ни разу, вот сколько третий месяц я хожу, с ним у меня такого не было. Вот, а я еще, знаете, планировала в сауну, сегодня пойти специально морду лица не накрасила. Думаю, сейчас это с крабиком себя почищу везде. Ага, почистила. Куда я говорю, сейчас в сауну сяду, вообще тут умру. Очень жалко, конечно. Ну ладно, что поделаешь. Как это говорится? Мы предполагаем, а Бог располагает. Вот так вот, правда. Ничего от нас не зависит. Ай, так что вот такие вот у нас пироги. Блин, пироги-то и остались во мне. Готовить мне теперь еще 2 дня, наверное, ничего не надо будет. Или, может быть, даже целых 3 дня. Лафа, посуда помыта. Представляете, пришла посуда на кухне помыта. Тоже класс. У меня сейчас будет большой брат по... телевизору, поэтому я сейчас вот так лежала, уже где-то час прошел, думаю, пойду сниму видео для вас. Вот, даже, знаете, была мысль, что не выпускать сегодня видео, потому что, в принципе-то, особо ничего и не снимала. Вот,
Но потом ответственность, я ответственный человек, поэтому говорю, нет, пойду расскажу, что со мной приключилось. И сейчас мне шлет сообщение вторая сестра моего мужа, что она завтра тоже поедет ко мне в парикмахерскую, она живет здесь, чтобы я ее забрала вот из дома. У них кое-что в понедельник, кое-куда не собрались, в общем, об этом вы узнаете в понедельник. Мы тоже при этом участвуем, так что не забывайте подписаться. Все подписались, 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 подписались. Вот, завтра я ее подстригу, покрашу, ну, все как обычно. Так, и все. Еду они нам привезли. Кстати, другая вот сестра, которая сегодня была, она говорила, что придет в воскресенье. Ой, воскресенье, в субботу. Ну, лучше завтра. В субботу у меня народу много, так что лучше завтра. Так что вот такие дела. У нас опять ветер угран, и на завтра передают очень-очень холодно. Представляете? Ну, очень-очень холодно. Вы не подумайте, там не минус 20-25, но 14 градусов в ноябре для нас это очень холодно. И ветер, это холодно. Я вам действительно говорю, я жила в России при морозе минус 25-30, и я никогда так не мерзла там, как я мерзну здесь. Ну, нет, я сейчас уже привыкла к этому, как говорится, прохладе. Вот, но есть с чем сравнить, поэтому, когда говорю холодно, я еще мерзлячка, у меня уже лежу сейчас вот тоже, сижу, руки ледяные, я пойду чайку какого-нибудь сделаю вкусненького и горячего с лимоном и с медом. Точно, у меня есть мед с Альпухар. Вот, буду с вами прощаться до завтра, даже не знаю, что я там снимала, если честно, уже не помню. Вот, ну что-нибудь наснимаю. И завтра вам тоже буду снимать, так что оставайтесь на связи. Всего вам самого наилучшего и встретимся с вами завтра. И всем пока-пока!